Приветствую вас, мои дорогие софитики. Как у вас дела? Как ваше настроение? Сегодня я буду делать сладкого дракона. Вот такой он у меня получился. Как я его буду делать, вы увидите далее. Заготовки для челюстей я сделала заранее. А как я их сделала, вы можете посмотреть в моих старых видео. Берем лист А4 и сворачиваем его пополам. Форма у сегодняшнего дракона будет необычная. Не такая, как всегда. Сейчас я ввожу заготовку верхней челюсти, чтобы позже нарисовать дракона. Этого дракона не будет, потому что он очень добренький и съедобный. Нарисую ему просто бисквитные волны. Бисквитик я украшу разными коктейлями, а коктейли я заполню разными сладостями. Начинаю рисовать бисквитику большие выразительные глаза. С большими красивыми ресницами. У бисквитика будет стоять кексик. Коктейли дополню мороженками. Thank you.
коктейль закреплю соломинку. Стаканчик для кексика будет полосатый. А сам кексик я украшу посыпкой. Теперь начинаю добавлять в коктейль разные сладости. Это конфеты, леденцы, маршмеллоу и другие вкусняшки. Теперь приступаю к самому интересному. Начинаю раскрашивать. Сейчас начинаю разукрашивать бисквитик. Он нежно-бежевого цвета, такой же, как в оригинале. Начинаю разукрашивать глаза. Они у дракончика будут радужные, поэтому я беру соответствующие цвета. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Соответственно, я разукрашу черным маркером. А ресницы я разукрашу черной ручкой, для того, чтобы они были тонкие.
поэтому сделаю ему точечки по всему периметру. Начинаю разукрашивать коктейли. Первый вкус – это клубничный, поэтому я его разукрашу нежно-розовым цветом. Второй вкус – это банановый. Разукрашу его маркером светло-желтого оттенка. Следующий вкус – это шоколадный. Разукрашу его соответствующим цветом. Еще раз по кругу. Начинаю разукрашивать сладости. Они будут разноцветные. Мороженки тоже разукрашу разными цветами. Будет нежно-голубого цвета с синими полосками.
кафельные, поэтому я их разукрашу светло-коричневым цветом. А мороженку я разукрашу ярко-розовым цветом. Посыпка на кексике будет розового цвета. Кексик тоже коричневый, но светлого оттенка. Стаканчик для кексика будет полосатый, красно-белый. Вырезаем. И точно так же разукрашиваем вторую сторону. Теперь приступаем к нижней челюсти. Нижняя челюсть тоже бисквитная. А на него сливаются остатки шоколадного коктейля с верхней челюсти. Нижний бисквитик разукрашивают такими же цветами, как и верхний. А это остатки шоколадного коктейля. Они коричневого цвета. Точно так же разукрашиваю вторую сторону. Украшу бисквит разноцветной посыпкой. Складываю лист А4 пополам. Беру заготовку верхней челюсти, прикладываю ее к листу бумаги и обвожу простым карандашом. Точно так же делаю нижнюю челюсть, как и верхнюю. Нижнюю челюсть я разукрашиваю бежевым цветом. Сейчас я начинаю рисовать коктейли на верхней челюсти. Верхнюю часть головы я разукрашиваю теми же цветами, что и коктейли. Точно так же добавляю сладости.
должно получиться. Вырезаю и заворачиваю бортики. Разрезаю заготовки пополам. Часть челюсти будет бежевого цвета. Это рот. Все детали готовы. Начинаю собирать дракона. Челюсти вместе. Вот такой сладкий дракон у меня получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, получилось ли у вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Всем пока-пока!